Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – «Як зробити цей світ кращим?». І в цьому нам допоможе наш сьогоднішній гість – письменник і поет Геннадій Ангелов. Геннадій, добрый день. Добрый день. Я благодарю вас, что вы приехали к нам в эфир, несмотря на то, что у вас очень мало времени. Мы с вами полтора года назад встречались, да. И у вас было что показать, было что рассказать, было что прочесть. Прошло всего полтора года, ну или уже полтора года, да. Кому как, правда? Правда. И у вас уже есть снова чем поделиться с нашими телезрителями. Да. Я сказала, что тема нашего сегодняшнего разговора – это как сделать этот мир лучшим. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, давайте немного о ваших стихах. У вас есть новый сборник стихов, да. Геннадий. Ваши стихи отличают лиричность и тонкое изящество. Спасибо. Давайте не разочаруем наших телезрителей. Давайте, итак, давайте. О чем ваши новые стихи, Геннадий? Мои новые стихи, в первую очередь, о прекрасной половине человечества, о женщинах. Да, в основном они посвящены отношениям между мужчиной и женщиной, предательству, измене, любви и всему тому, то, что присуще всем нам людям. Да, то, что каждого человека волнует, то, что каждому человеку не дает спать. Поэтому поэзия только об этом. Да. То есть женщины вдохновляют женщины, вас? Да, это самый большой источник вдохновения для мужчины. Для, не только для поэта, а для каждого мужчины. Да. Ну тогда, Геннадий, поделитесь с удовольствием. Вашими новыми стихами, да, в прямом эфире телеканала «Миколаїв». И я думаю, что прекрасная половина человечества, она сейчас услышит. Вот буквально написано стихотворение недавно, посвящено на осени, называется «Сентябрь». Приближается осень. Да, сентябрь вот-вот уже на пороге. Да. У сентября глаза любимой и волос цвета черных туч. Характер осени капризной, улыбка, солнце первый луч. Ищу тебя среди тумана и завывающих ветров. Но как же ты непостоянна, как и мгновение сладких снов. У сентября глаза любимой, из желтых листьев сарафан. Идешь походкой лебединой, следы твои укрыл туман. Ищу тебя среди прохожих, на улицах и площадях. Ты многим с осенью похожа, и я опять в твоих сетях. Здорово. Это вот ваш новый сборник, да? Да, это новый сборник, да, называется можно... «Летучий голландец». Посмотрите, вышел пожалуйста, недавно. Дорогие телезрители, вот это новый сборник нашего гостя, поэта и писателя Геннадия Ангелова. Называется «Летучий голландец». Он вышел совсем-совсем недавно. И я думаю, что кто приобретет его, прочтет, то найдет для себя немало интересного. Геннадий, а почему «Летучий голландец»? Летучий голландец, вы знаете, иногда жизнь человеческая – это как корабль. Ее можно сравнить с кораблем. Человек растет. Но летучий голландец – это корабль-призрак. Да, это корабль-призрак. Ну, бывает, что наша жизнь похожа на такой призрак. Мы что-то вспоминаем из нашей прошлой жизни, к чему-то стремимся. Человек куда-то спешит, куда-то торопится. Иногда он останавливается, иногда не останавливается, над чем-то задумывается. Ну, вот можно сравнить с кораблем нашу жизнь. Да, призрак, опять же таки, это символ. Это символ, на самом деле, конечно, такого корабля не было. Это все, как говорится, мифы и легенды. Да, ну, летучий голландец сам по себе, сама история. И в фильмах отражалась она, и в поэзии она неоднократно находила подтверждение. Да, ну вот мне понравилось, у меня стихотворение «Летучий голландец», и... Поэтому а назвал... быстро можете прочесть стихотворение? Стихотворение? Да. «Летучий голландец». «Летучий голландец». Да. Ну, да. Корабль, при жизни, видите, вам жизнь напоминает... Да, жизнь напоминает, да. Корабль-призрак. Но да. Дело в том, что жить в мире иллюзий – это опасное дело. Ну, это не иллюзии. Ну, почему иллюзии? Мы все в чем-то ошибаемся. Мы в чем-то... Давайте, давайте, ищите, да, ищите. Да, 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 да. Дело в том, что
стихотворение большое. Ну, хотя бы отрывок. «Блуждает в море, океане, мятежный странник день и ночь. Летит сквозь бури и туманы, и ветер гонит его прочь. Порвали белый парус ветры, и мачты траурно трещат. Он призрак, ищущий надежду, и морем стонущим распят. Оторван от земли навечно, и путь лежит к седым снегам. Найдет он их, и бесконечно он неугоден всем богам. И страхом, ужасом объяты в дороге этой корабли, когда встречаются прокляты их судоходные пути, обходят призрак стороною. Беднягу никому не жаль, а он заветную мечтою несется гордо, смело вдаль. И рассекая злые волны мятежной пламенной душой, он океану непокорный в борьбе за жизнь и вечный бой». Да, такой, вот такой положительный образ корабля-призрака. Да, безусловно, конечно. Поэтому я и сравнил жизнь человека с кораблем. Где-то такое сравнение, мне кажется, оно подходит. Да. Конечно, положительный. Корабль идет вперед, корабль стремится к своей, ну, образно говоря, метафоре, стремится к своей цели, поэтому, конечно, положительный, только положительный. Поэзия должна быть положительной. Она не терпит, понимаете, каких-то... каких-то негативных эмоций, они не нужны. Читатель должен видеть в первую очередь любовь, тепло, надежду, то, что должен дарить поэт, поэт-писатель, независимо кто. Поэтому... Геннадий, у вас интересная точка зрения, но она, конечно, правильная в том, что поэзия должна быть положительной. Да, безусловно. Но как часто поэты вкладывают в свои стихи свою боль и свое страдание. Да, да. Да. Это уместно? Это не только уместно, это в первую очередь лечит душу самого поэта. Когда поэт проходит, когда писатель, обычный человек, когда проходит через определенные жизненные испытания, ну вот если взять поэта, он берет ручку и начинает писать. У него все выливается на бумагу. Да, и получаются хорошие стихи, которые люди читают, и воспринимая их, они понимают, что написана правда. Потому что им приходилось проходить через предательство, через любовь, через преданность, через измену. Поэтому поэзия – это… Поэзия – это нечто возвышенное, да, и это... недоступное словам, хотя да. она облекается в слова, но объяснить, откуда рождаются… Стихи невозможно. Невозможно. У каждого да, по-разному. Это... Геннадий, ну вы не только поэт, вы еще и писатель. Да. И за это время вышли две ваши новые книги. Да. Это «Нож Туми» и «Люди, изменившие мир». Да, абсолютно правильно. Давайте покажем, вот где «Люди, изменившие мир». Вот она вот. Вот это вот, да. да, дорогие телезрители. Посмотрите, пожалуйста, замечательная книга вышла нашего сегодняшнего гостя, писателя и поэта Геннадия Ангелова, «Люди, изменившие мир». То есть изменить мир, судя по всему, могут только люди. Да, конечно. Да? Да. Расскажите, пожалуйста, так, приоткройте, о чем книга? Я уже в самом названии заложена именно сюжет, да. кроется секрет сюжета «Люди, изменившие мир». Что они делают? Значит, понимаете, я собрал наиболее интересных людей за всю историю человечества. Сам материал для книги. Собирался на протяжении 10 лет. Но я помню тогда еще да. в эфире вы говорили, что вы собираетесь работать да. над новой книгой. Да, 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 да. Это люди, которые, в общем-то, известны практически всем и читателям, и обычным людям. О них сняты фильмы, о них много написано книг. Это, значит, в эту книгу вошло 77 человек, начиная от Аристотеля. И заканчивая уже нашими современниками, это Исаак Ньютон и наши советские политические деятели, которые тоже изменили мир, которые тоже внесли определенную лепту для того, чтобы мир стал лучше, для того, чтобы все-таки у нас сохранялся всегда этот мир, и люди жили счастливо. Да. То есть вы в своем сборнике там собрали очерки, о самых да, известных да. людях Земли. Земли, да-да-да, всего человечества, да. Мне было это интересно, было интересно поделиться этим с читателями, да. И
Сама книга получилась, на мой взгляд, очень удачной. На сегодняшний день у этой книги около 200 тысяч читателей. Да, книга находится во всех библиотеках. Библиотека в электронном виде она есть. На литературном портале Wattpad, это канадский портал, значит, там больше 5 миллионов читателей. Эта книга находится на первом месте. Да, уже около 4 месяцев. Она лидирует, ее читают, люди пишут свои отзывы, свои комментарии, в общем-то. Поэтому книга, в общем-то, получилась, я считаю, удачной. А скажите, пожалуйста, кто из вот этой, кто из героев этой книги наиболее близок лично вам? Вы знаете, их много. Я могу назвать, там, к примеру, того же там, Аристотеля, либо же Александра Македонского, да, того же Вольтера. То есть древние вам ближе, нежели современники? Нет, почему? Есть и современники довольно интересные. Вы знаете, вот вы никогда не догадаетесь, что в эту книгу вошел наш известный советский актер Савелий Крамаров. Ух ты! Да, почему, значит... А как он изменил мир, на ваш взгляд? На мой взгляд, он не то, что изменил мир, он продолжает, хотя его уже давно нет в живых, он продолжает изменять мир. Он научил всех нас улыбаться. И продолжает учить улыбаться людей. Мы с удовольствием пересматриваем фильмы с его участием, которые уже все знают наизусть. Все реплики и все сцены. Но мы смотрим и продолжаем улыбаться. Поэтому я считаю, что этот человек заслужил, чтобы написать о нем, чтобы рассказать о нем. И чтобы люди узнали, еще раз узнали и вспомнили о нем. Вы знаете, писать о ком-то, писать о вымышленном персонаже – это одно. А когда ты пишешь об известных людях, это налагает ответственность, потому что о них знают, но нужно преподнести их интересно и не так, как раньше преподносили этих людей миру. Да. Что вы использовали? Вы же Аристотелем и Александром Македонским вы не были знакомы. Нет, конечно. Лично. Дело в том, что я использовал самый разный материал. Начиная от книг, заканчивая газетными публикациями, публикациями в интернете. Вот, к примеру, если рассказывать о Савелии Крамареве, то можно привести такой небольшой момент. Дело в том, что он в свое время был известным коллекционером. Да, когда у него встал вопрос о выезде за границу, да, он решил вывести с собой марки. Он собирал марки, была у него очень большая коллекция марок. И вот ему посоветовали, или брат, кто-то из родственников, или из друзей, спрятать марки в семейный альбом между фотографиями. И он так и поступает. И вот представьте эту ситуацию, известный актер проходит таможню, и у него находят эти марки. То есть Савелий Крамаров, можно сказать... Контрабандист. Контрабандист, да. Вот каким он был для всех, для нас веселым, жизнерадостным, где-то в душе авантюристом, вот таким он и был в жизни. Марки изъяли, конечно. Нет, марки не нашли, он их удачно вывез за границу, поэтому вот такой у него был эпизод интересный. Ну, мне кажется, читателям будет это интересно узнать. Да. Либо же вот была известная певица Людмила Зыкина. Тоже она вошла в эту мою книгу. Опять же таки, она тоже изменила мир. А как она изменила мир? Вы знаете, ну, конечно, своими песнями меняла мир. Да. Да. Она изменила тем, что, понимаете, это, можно сказать, не Зыкина пела, а это пела душа народа. Душа всего народа. У нее душа всегда болела о людях, о простых людях, которые всегда... нуждаются в том, чтобы о них хоть кто-то, ну, думал, хоть кто-то, ну, беспокоился о них. Да, поэтому это люди, действительно, которые заслуживают, чтобы они говорили, повторяли и напоминали, что они были, действительно, эти люди. Что они были и остаются в памяти людей. В памяти, да, конечно. Еще одна есть книга, это называется «Нож Туми». Да, давайте я ее покажу сейчас, эту книгу. И вот посмотрите, друзья мои, какая красивая книга. И сейчас Геннадий... О, боже мой, смотрите, тут у вас что-то такие руки. Это мистика, Геннадий? Нет, это остросюжетный детектив. Детектив? А-а-а. Да, это детектив. Ну да, я хочу напомнить нашим телезрителям, что Геннадий не только поэт с очень тонкой, изящной лирикой, но еще он автор детективного жанра. То есть вам... Да. Свойственен этот жанр, детектив. Но что мне и так, о чем он? В двух словах, Геннадий. Значит, это третья книга из серии. Серия называется «Западня для киллера».
Да, я помню, вы представляли первую книгу у нас в эфире. Это вот третья книга из этой серии. В книге ведется разговор о древнем оружии, инков. Это один из нож Туми, это один из ритуальных ножей. Значит, сделан он был из чистого золота, до нашего времени сохранились эти ножи, они есть в известных музеях. Да, и когда я узнал об этой истории, мне захотелось рассказать ее, опять же таки, связав с сегодняшним днем. И так получился третий роман, остросюжетный детектив, который, в общем-то, и раскрывает саму тему древнего оружия инков, ну и плюс к этому в чем-то, знаете, в чем-то и учит читателя, в чем-то, в общем-то, дает ему возможность узнать что-то новое, хотя книга художественная. Тем не менее, даже исторические моменты присутствуют в этой книге, именно древнее оружие. Да. И, Надя, как интересно, поэзия, летучий голландец, такая тонкая, изящная. Люди, изменившие жизнь, это публицистика, это очерки об известных людях. И роман, детективный роман. Вы автор разных книг разного жанра совершенно. А что вам вот лично ближе всего? Детективы? Вы знаете, ближе всего, конечно, мне поэзия. Поэзия. Да, я с нее начинал, я первые шаги свои делал, пробуя писать стихи. Да, она мне ближе всего, конечно. Да, и она остается, вот сам уже больше 20 лет я занимаюсь литературой, она остается со мной всегда, поэзия. Поэтому это, конечно, считается и будет считаться очень много лет, это вершина в литературе, поэзия. Ну, детективы это... А такое. Проза это уже как, то есть душа просит, и вы не можете ей противиться. Да, можно. Геннадий, вот интересно, что детективы, они, это такой очень интересный жанр в литературе, и, конечно, большая часть сюжетов в основном берется из жизни. Вы откуда берете сюжеты для своих романов и для своих повестей? Вы знаете, я так же само беру сюжеты из жизни. Из жизни людей или из личной жизни? Беру, в общем-то, когда-то приходилось брать из жизни каких-то людей. И вот хотя бы взять вот эту книгу «Нож Туми». А вот сейчас у меня возник интересный сюжет из своей личной жизни. И о нем я хочу рассказать, написать, книгу написать. Книга будет называться, ну пускай вас не пугает такое название, будет называться «Теща воровка». «Теща воровка». Да, это детектив будет, основанный опять же таки на реальных событиях, на тех событиях, участником которых был непосредственно я сам. Боже, а чем же вам досадила теща, что вы так ее клеймите, теща-воровка? Понимаете, досадила, в общем-то, ситуация, можно сказать, банальная. Банальная, в чем она банальная? Я прожил много лет с женой, да. Ну, бывает у людей, не складываются отношения, бывает ну, люди... Ну, всякое бывает, бывает в этой жизни, конечно. Да. Ну, и так получилось, что в один прекрасный момент моя жена... Уже бывшая жена, мы уже в разводе официально. В общем-то, вернувшись домой, я не обнаружил ничего у себя дома. Моя жена, в буквальном смысле этого слова, забрала всю, начиная от мебели и заканчивая автомобилем. Да, эта история То была вы, несколько... Вы заходите в квартиру, а там да, пусто? Я живу в частном доме, я прихожу домой, а у меня нет ни машины, нет. А машина тоже во дворе стояла, да? Да, машина во дворе стояла, да. И ничего нет, понимаете. Вот такая получилась ситуация. Сейчас, на сегодняшний день, на мою бывшую тещу завели уголовное дело. А почему именно теща? Потому что, вы знаете? Дело в том, что теща непосредственно переоформила на себя автомобиль. Ну так, может, это ей сказала ваша бывшая жена? Нет, здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что я непосредственно, как владелец автомобиля, должен был давать на это согласие свое. Сейчас завела милиция уголовное дело, и Ленинский райотдел милиции, наш Николаевский, занимается этой ситуацией. Да. Да, ситуация у вас действительно достойна детективного. Да, это действительно будет хороший детектив, опять же таки, все действующие лица – это люди, которые живут среди нас. Мне кажется, я об этом говорю абсолютно открыто, об этом должны знать люди. Знать о чем? О том, что жена или теща может забрать? О том, что, вы знаете, о том, что всякое может в жизни случиться. И если кого-то моя книга
которую я напишу, в чем-то остановит, в чем-то заставит задуматься, я считаю, что задача моя будет выполнена. А скажите, пожалуйста, если, коль вы уже затронули такую личную тему, но телезрители знают, что все небожители, мы живем на земле, и никто из нас не застрахован от различных жизненных ситуаций. Геннадий, ну что-то предвещало в вашей жизни с женой, что ну не может же так просто, вот вы уходите, говорите «до свидания, любимая», приходите в пустую квартиру и записку «я ушла». Вы знаете, абсолютно ничего не предвещало. Вообще ничего не предвещало? Вообще ничего не предвещало. Моя жена совершила самое страшное преступление, которое может совершить женщина. Она совершила предательство. Ну, не только женщин, предательство, да. Оно... Но со стороны женщины оно гораздо больнее, потому что для человека, которого любишь, которому доверяешь, с которым живешь не один год, и от этого человека получить... И ничего не предвещало? Нет, совершенно. Абсолютно ничего, нет. Ну, абсолютно. Вы пришли домой, вы в пустую квартиру, вы нашли записку какую-то или как? Нет, я ничего не нашел, она вопрос, когда я позвонил ей по телефону, она мне ответила, что я забрала только свои вещи. Вот и все. Мы развелись, сейчас будет у нас в октябре месяце суд по разделу имущества, потому что она забрала не только мой автомобиль, она забрала вещи. У нас несколько участков своих дачных в Зачевском. Да, поэтому вот такая ситуация. Поэтому я напишу с удовольствием за тещу воровку. Да, и поэтому я рассказываю об этом в прямом эфире. Вот такая ситуация. Но все-таки вы вините больше тещу, чем жену. Вы знаете, когда разводятся люди, виноваты двое. Это уже аксиома жизни. То есть я не хочу сказать, что я идеальный человек. У меня есть свои минусы, у меня есть свои плюсы, как у любого другого мужчины. Ну, любимого принимаешь со всеми его минусами и недостатками. Конечно, принимаешь как есть. Ты видишь человека, любишь его, с ним живешь под одной крышей, воспитываешь ребенка. Ну, а на самом деле получаешь такое предательство. Да. Да, Геннадий, бедные вы. Это, конечно, очень сильный удар, тем более, что он для вас явился совершенно неожиданным ударом. Да. Но вы знаете, Геннадий, с другой стороны, ну, нет такого, ну, как вот говорят православные люди, Бог не дает креста выше его силы. Да, конечно. То, что нас не убивает, делает нас гораздо сильнее. Да, поэтому я, с одной стороны, вы знаете, я благодарен жене, что она так поступила, с одной стороны. Почему? Потому что рано или поздно, если человек нечистоплотен, если человек по своей натуре, по своему характеру ходит с маской на лице, маской лести и маской, понимаете, которую невозможно увидеть нормальным, обычным взглядом. Поэтому я благодарен, что она все-таки приняла это решение самостоятельно. То есть она меня избавила от дальнейшего, проживания, понимаете, с таким человеком. Все-таки я думал, что это мой человек, а на самом деле нет. На самом деле нет. Поэтому... Да, единственное, что очень в вашей истории, даже не то, что забрала вещи, да, а что это как нож в спину. Вот да, это предательство, это самое настоящее предательство. Это, знаете, я даже не побоюсь этого слова, это семья негодяев, самых настоящих негодяев, которые заслуживают самого серьезного наказания за такие вещи. Это, знаете, ну, никакой нормальный человек это не простит никогда. Поэтому вот такая ситуация. Но с другой стороны, Геннадий, мне кажется, что даже когда выйдет ваш новый... ваша новая повесть или ваш новый детективный роман, может быть, вы измените название, может быть, название будет не столь жестким, потому что самое сложное в этой жизни – это простить того, кто нанес обиду. Но разжигать в себе обиду, она съедает в первую очередь того человека, конечно, которого обидели. Как это не звучит сейчас ужасно и как это не противоречиво звучит, но тем не менее это так. Поэтому Вот хотите, я вам почитаю на тему православия. Есть одна минута буквально, Геннадий. Меня учили люди, братья, и ты им верь всегда, везде. Я вскинул руки для объятий и оказался на кресте. И вот теперь об этом чуде стараюсь все-таки забыть. Ведь как ни злы, ни лживы люди, мне больше некого любить.
Да, вот видите, Геннадий, вы хороший, добрый человек. Дорогие телезрители, вот у нас сегодня в эфире был николаевский поэт и писатель Геннадий Ангелов, который, как говорится, на собственной шкуре испытывает все жизненные трудности, но при этом не унывает. Друзья мои, берите с него пример, читайте книги и верьте, что что бы ни было, но тем не менее, все равно, рано или поздно, но и на вашей улице будет праздник. Це була розмова на тему. На все добре.